8 апреля 2023-го исполнится 50 лет со дня смерти художника Пабло Пикассо. В понедельник министр культуры Испании и Франции, стран, в которых в прошлом веке творил один из основоположников кубизма, анонсировали программу из 42 мероприятий, посвященных Пикассо. Начиная с октября и до конца 2023-го они будут проходить в 38 крупнейших музеях мира, включая Метрополитен и музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, а также Королевский музей изящных искусств Брюсселя. Наша цель – привлечь внимание к творческому наследию Пикассо и значимости его работ. Если существует художник, который определяет 20 век во всей его жестокости, насилии, страсти, чрезмерностях и противоречиях, то это, без сомнения, Пабло Пикассо. Программа также позволит нам рассмотреть его с современной точки зрения, поможет нам понять художника, который жив даже через 50 лет после своей смерти. Не будем скрывать. Сегодня вокруг работ Пикассо много дебатов, особенно в том, что касается его отношений с женщинами. Чтобы подвести молодое поколение к его искусству, мы должны дать ему ключи к пониманию его творчества и его жизни, а также открыть места для обсуждений, чтобы охватить его творчество в целом и показать все его грани, все возможные прочтения и его работ. Римма Абдул-Малак также отметила, что сегодня особенное значение имеет антивоенное полотно Пабло Пикассо «Герника». Оно отправляет нас в Мариуполь, Бучу, Николаев, Чернигов. «Сама по себе эта картина – манифест мира», сказала министр культуры Франции.